являемся глобальными и стратегическими партнерами с российским экспортным центром, и у нас давно с ними есть соглашение в связи с тем, что, понятно, есть региональные экспортные центры, с которыми, наверное, проще было бы сотрудничать, чем с нами, потому что и РЭЦ, главный офис, находится в Москве, и МЭЦ, главный офис и основной, находится в Москве. И, в общем, мы находимся на той площадке, где, вот если посмотреть первый слайд, Москва номер один среди регионов по экспорту. Видно, что у нас на сегодняшний день 42% доли Москвы в общем совокупном экспорте, 18,5% в том самом несырьевом, неэнергетическом экспорте. Практически по количеству товарных позиций мы экспортируем более 80%, около 80%. Итого получается, что если помогать кому-либо в Москве, то и РЭЦ, и МЭЦ должны были бы превратиться в конкурентов. Мы договорились, что конкурировать будем по минимуму. Вообще конкурировать, наверное, не получится, б, неправильно, потому что именно в конкуренции рождается то, что отчасти вы сейчас можете увидеть в моей презентации. Да? Вот структура оказанных услуг РЭЦ. Да? 58% это консультации, 19% обучение, 13% поиск партнеров, около 5% это выставки и сертификации, и те самые исследования, о которых сейчас много говорилось, около 5%. По количеству или по рублям? Что? По количеству или по рублям? Это по количеству, естественно. Ну, если по рублям, то явно, наверное, выставки точно будут не на уровне 5%, а консультации явно были бы не 58%. Естественно, это по количеству, да, тех самых экспортеров, потенциальных или действующих, которые прошли через РЭЦ по тем или иным мерам поддержки. Это данные не наши, это данные РЭЦ с их сайта. Но мы, естественно, на это обращаем внимание для того, чтобы понять, какую нишу нужно, скажем так, дозаполнить и по-партнерски поддержать РЭЦ для того, чтобы экспортеры, в том случае просто РЭЦ может говорить о всей стране, а он может говорить только о Москве, потому что не московские компании мы поддерживать не можем. У нас целевая аудитория, но при этом, чтобы московские компании явно могли получать более привилегированные условия. Ну а это, как я сейчас говорю, вам покажу, стимулирует к некой такой правильной конкуренции за клиента, а, соответственно, дает вам наиболее интересные условия. По инфраструктурной поддержке мы для себя считаем, что у нас есть Московский экспортный центр, это центральный наш офис, у нас там есть консультанты. Мы, кстати, совсем молодые, мы сформированы только в ноябре месяце прошлого года. Пилотный проект у нас был по программе сделан в Москве, и ему уже чуть более года. А сам экспортный центр только-только создан, но уже сейчас сформирована и группа по обучению, по мероприятиям, и сформирована группа клиентских менеджеров. Мы пошли через такую историю. Клиентские менеджеры персонально закрепляются за нашими клиентами и ведут его по всем мерам поддержки как Московского экспортного центра, так и Российского экспортного центра и других институтов развития, банков, партнеров, которые так или иначе заинтересованы, в которых так или иначе заинтересованы наши экспортеры. У нас есть центры услуг бизнеса, может быть, знаете о таких, они находятся в каждом из районов Москвы. Там специалисты обучены, конечно, не так глубоко и широко, как наши, но по основным услугам нашим они могут и проконсультировать, и пронавигировать, и в конце концов перенаправить к нам в Московский экспортный центр, если таковой интерес более глубокий у вас есть. Ну и, как видите, здесь есть Российский экспортный центр, с которым мы плотно меняемся и клиентами, и меняемся услугами, и возможностями, и объединяемся для того, чтобы комплекс этот был максимальный. Консультация, обучение, опять же, все возможные курсы мы сейчас подготовили. Московская школа экспорта, как и школа экспорта РЭЦ, у нас уже запущена. В этом году мы планируем не менее 2 мероприятий в месяц для вас проводить. Это профессиональные консультанты, это люди, которые знают все изнутри, это не просто, скажем так, ученики, это профессионалы, в том числе у нас уже проходили такие
мероприятие как экспорт от первого лица. Первое мероприятие прошло с господином Касперским. И вот мы такие истории успеха будем копить. И для руководителей, правда, такого высокого уровня, мы можем предложить только для руководителей компаний, экспортеров, мы будем проводить для того, чтобы вы узнали от первого лица, что нужно сделать для того, чтобы выйти на экспорт, и, как часто бывает, чего не надо делать для того, чтобы на экспорт все-таки выйти. Программа сделана в Москве. Вот, наверное, один из элементов такого здоровой конкуренции. С этого года московские компании получили возможность 100% компенсации затрат на участие в выставках. На сегодняшний день, на этот год у нас запланировано 19 выставок. Вот буквально сейчас параллельно проходит совещание в Департаменте науки и промышленной политики и предпринимательства, где, надеюсь, эти выставки все будут окончательно утверждены, и их будет 19 в этом году. В том числе это выставки профессиональные ваши, это Симикон в Германии, как у нас называется, московская выставка. Экспоэлектроника, точно. Мосэлектроника, хотел сказать, но чувствую, что-то не то. И, несомненно, мы готовы расширять этот список в зависимости от ваших потребностей. У нас есть крупнейший, наверное, клиент Москвы и, наверное, всей страны, это город Зеленоград наш. Естественно, все, что связано с электроникой, наверное, это крупнейший хаб, крупнейший центр, и мы, естественно, плотно с ними работаем. И в том числе могу сказать, вот эти выставки есть, мы очень плотно работаем, и здесь, наверное, мы в чем-то конкурируем с предыдущими ораторами. У нас есть своя служба матчмейкинг, она абсолютно бесплатно работает для вас. Не могу этого не сказать, но правда, бесплатно она для вас работает. Мы готовы уже сейчас организовывать для вас встречи по той выставке, которая входит в наш список. Мы вас сопровождаем на нашем выставочном пространстве. Любая выставка для нас – это не просто ваш стенд, это стенд с наличием наших переводчиков, это обязательно столы для переговоров. Чаще всего, если собирается больше 10 экспонентов, это хорошая, большая переговорная. Встречи заранее спланированы, их десятки, иногда и сотни. И, в общем, так как нам уже чуть больше года по программе «Сделано в Москве», могу сказать, что уже есть показатели, которые реально доказывают, с нами ли, еще с кем-то из персонала вы будете работать, заранее подготовленные встречи, проведенные встречи. И что мы еще берем на себя, это сопровождение ваших встреч после прохождения выставки. Это, конечно, гораздо более эффективный вариант, потому что часто бывает так, что вы на выставку приехали, вы на ней выступили, вы уехали домой, вас поглотила рутина, и, в общем, потеряли вы контакт, а сами понимаете, в современном мире на вашу, скорее всего, да, есть эксклюзивные, конечно, производители, но, скорее всего, у вас конкурентов немало, и если не вы, то кто-то первый обратится к потенциальному потребителю, и, возможно, даже с более некачественным товаром, а может быть, более дорогим, но прорвется, потому что он более шустрый, ушлый, или просто ему повезло. Поэтому наша задача и задача нашего матчмейкинг-центра – это как раз-таки вас сопроводить от начала подготовки к выставке и до возможного заключения сделки. Мы перед каждой выставкой, вот у нас как раз уже тоже прошла в рамках нашей школы обучение, вот мы выезжаем в Ганновер, там мы впервые, кстати, Москва займет не только павильон страновой, но и 4 из 5 павильонов отраслевых. И мы заранее проводим обучение, то есть мы говорим и о том, как себя вести на выставке, что из себя представляет потенциально ваш потребитель. Как здесь тоже говорилось, вот на выставке в Дубае мы изучаем и обучаем вас тому, как правильно вести себя на азиатском рынке, он особенный. Зачастую, как мы говорим, иногда не только тому, что надо сделать, а что делать не нужно, потому как иногда нас могут просто не понять. Поэтому мы вас приглашаем, если вы московский производитель, если у вас московская прописка, приходите и участвуйте в наших выставках, сделанных в Москве. Электронная коммерция. Здесь мы тоже выделяем свое серьезное внимание, понимая, что по сути своей от этого никуда не уйти. Мы к этому все равно движемся, иногда семимильными шагами, иногда, может, чуть медленней, кто-то быстрее. Но вот уже сейчас мы как раз утром были на конференции в МТПП. Почта России уже практически становится мировым лидером по качеству, скорости и даже ценам, ну, по крайней мере, стремится к этому по доставке товаров. Наша же задача, мы ее для себя видим, мы выбрали пока для себя стратегического пилотного партнера, это Alibaba, и с ними сейчас вот договариваемся о том, что
будем финансировать и помогать вам создавать аккаунты, как здесь тоже правильно говорили, мало выйти на рынок. Да? Вы понимаете, с одной стороны, вы оказываетесь на площадке, у вас сразу миллиарды глаз, которые вас могут увидеть, но у вас миллионы конкурентов, которые стоят рядом с вами. И если вы ориентируетесь на того или иного потребителя, вы должны понимать, как вы должны себя упаковать. Неправильная упаковка, некачественная фотография, некачественный перевод, неправильно преподнесенная информация – это практически прямой путь к, возможно, краху вашего выхода. Конечно, вы можете повторить его снова, сделать ребрендинг и снова попытаться выходить на тот или иной рынок, но, наверное, Threads хорошо знает, что попытка выйти даже нашим продуктом питания, таким как шоколад Аленка, не была эффективной, в том числе потому, что неправильно выходили. Кстати говоря, из хороших примеров, я думаю, что просто вспомнилась, не помню, там Машенька или кто-то, шоколадки, да, сразу вспоминается замечательный другой пример, московская, кстати, компания, производящая мультик «Маша и Медведи». При нашем любом вопросе, чем помочь, они не говорят, конечно, не мешать, они говорят, может, вам чем помочь. Почему? Ребята громадные молодцы, они придумали эту историю, но самое главное, они ее абсолютно правильно на разных рынках преподнесли. Они изучали рынок, они спрашивали, как это нужно сделать, и неважно в какой стране, в мусульманской, иудейской, в православной, в какой-то, они сделали продукт такой, что Машенька и Медведь или другие животные там представлены так, чтобы никакого казуса не случилось, и этот продукт был потребляем на этом рынке. Это очень важная история. И на Alibaba второе, кроме подготовки, да, и, соответственно, правильного выхода к вам, вашему на электронной площадке, мы планируем, это сейчас в ближайшее время, надеюсь, тоже будет утверждено, софинансирование так называемых золотых аккаунтов. Золотой аккаунт – это то, что вам позволяет, ну, грубо говоря, быть выше в просмотрах, больше получать информацию от Alibaba взаимно по той самой аналитике, статистике, видеть не только того, кто к вам зашел, и более персональную информацию о нем, но и кто ваши основные конкуренты. Ну, в общем, Alibaba, кроме того, что торговая, она очень интересная площадка с точки зрения анализа рынка, анализа потребительского спроса и так далее. Мы создаем сейчас такой современный, качественный каталог экспортной продукции. Он у нас будет и в печатном виде, но мы очень хорошо, опять же, понимаем, что печатный вид – это уже как некий такой анахронизм. И вот иногда стоит привести, сделать его красивым. Мы, кстати, его тоже сделаем по самым последним списком моды в области печатных продукций, он не будет стандартным. Но самое главное, мы его делаем в электронном виде, он будет распространяться на всех наших электронных носителях наших партнеров. Мы будем вывозить его на все наши выставки и мероприятия. То есть, если вы войдете в этот каталог, с нами ли вы нам на том ином мероприятии или не с нами, о вас могут узнать те потребители, которые вас заинтересованы. Он будет, естественно, разделен на различные виды выбора. То есть его можно будет выбрать, если человек знает там ТНВД, АКВД или какой-то другой профессиональный код, он может выйти через него. Если он просто напишет там, не знаю, слово «зеленая подушка» или, я не знаю, «микросхема такая-то», он тоже выдаст ему не столь быструю, но подборку того, что может потенциально его интересовать. Это наш адрес, правда, временный. Я надеюсь, что в ближайшее время мы переедем. Вроде бы совсем рядом тоже на Гнездевковский, где будет наше новое размещение, но здесь этого слайда нет. Пока сказали, не надо его светить, но, кроме всего прочего, мы в ближайшее время планируем, что у нас появится субсидия на конгрессно-выставочную деятельность. То есть есть программа, сделанная в Москве, мы понимаем, что все выставки не охватить. Вполне возможно, у вас есть какая-то специфическая выставка, в которой именно вы заинтересованы, вы видите там свой потенциальный спрос. Эта выставка должна пройти утверждение у нас на то, что вы на нее можете выехать. Вы выезжаете, собираете комплект определенных документов и подаетесь на компенсацию, ну, правда, там не 100, а до 50% от затрат, которые вы понесете на участие в этой выставке, для того, чтобы максимально расширить возможности для московского производителя участвовать в выставочных мероприятиях. И еще несколько субсидий. Это субсидия на транспортировку, на сертификацию, на патентование. Там до 100% затрат. В принципе, как я уже сказал, наш партнер, Российский экспортный центр, уже имеет хороший опыт по работе с этими субсидиями. Но могу сказать так, мы их сделали более клиентоориентированными, более простыми, более широкими. Опять же, надеюсь еще на то, что, как и в субсидии на конгрессно-выставочную деятельность, рано или поздно дойдем до того, чтобы компенсировать вам всего по максимуму, для того, чтобы вы реально могли выйти на рынок,
максимально эффективно, максимально недорого. Здесь я могу сказать так, мы не можем отвечать за качество вашего товара, это не в наших компетенциях. Мы, естественно, проводим очень общий поверхностный анализ и рассчитываем на то, что если вы хоть какие-то деньги тратите и видите себя как потенциальный экспортер, вы должны себя попробовать. Получится у вас это или нет, не знаю, но, на мой взгляд, скажу так, на сегодняшний день экспорт — это такое тоже, на мой взгляд, слово из некого прошлого, потому что на сегодняшний день есть планета Земля, и благодаря в том числе той самой электронной торговле, да и вообще изменяющемуся миру, и либо вы продаетесь везде, либо вы не продаетесь нигде. Мне очень понравилось, как это уточнил немножко Касперский, он сказал хорошую фразу. Или вы продаете, или размещаете объявление и кому-то устраиваетесь из конкурентов на работу.